встречу. Но мы глядим в окно, и давно закончен вечер, и давно затихли речи, и таинственный предтеча под столом уже давно, чтоб не выросли печали, чтобы черти не качали, чтобы жены не ворчали. Пьем один лишь крепкий чай, и пока не укачало, чалим в поисках причала, где нечаянно скончалась чья-то чистая печаль. Запятая, точка, точка, человечек на листочке, а под ним неровной строчкой, хочешь верь, а хочешь нет, в результате в чахах билет положили перец чили, и в итоге получили переперченный обед. Что-то выросло печально, все мы подустали, и печалям нет конца. Хорохорились в начале, на кого-то все кричали, все кого-то обличали, и остались без лица. Запятая, точка, палка, стародавняя считалка, кресло, большая качалка, человечек под дождем, вечер долог, век конечен, и таинственный предтеча всех забыл до новой встречи, до которой-то живем. Не печальтесь о печали, без печали мы скучали, и не часто бы встречались, чтоб закончилась она. А так сидим и не скучаем, наливаясь крепким чаем, и приятно наскочаем нашей жизни глубина. А так сидим и не скучаем, наливаясь крепким чаем, и печально наскочаем нашей жизни глубина. Значит, в первой части мы будем опевать этот диск, а вторую часть нашего с вами общения мы с Сергеем Николаевичем подумали так: мы будем петь, что Бог на душу положит, давайте вот кладите на душу, у кого какие будут пожелания, не знаю, там, заявочки, просьбы, пишите, мы, например, возьмем там, проштудируем, прочитаем, уйдем через лифтовое хозяйство приваренное.